Следующая категория – это бальзамы для губ. В прошлом году я где-то отметила, в другом месте не могу найти, поэтому мы не будем подсчитывать с прошлым годом. У меня закончился вот такой бальзам для губ от фирмы Budget Tangerine Breeze. Также закончился вот такой вот от Рута. По-моему, она пахла дынькой, насколько я помню. Была очень такое вкусненькая, приятненькая. А также у меня закончился бальзамчик от Yves Rocher ванилька. И вот такой вот черничный, такой милашечка. И еще вот такая вот киса, вернее, как медведик. Вот от такой вот фирмы. Огромное спасибо всем девочкам за чудесные, пречудесные подарки. Итого у меня 5 бальзамов. Сюрприз, сюрприз. Под помадами обнаружилась еще одна тенюшка. Добавляем ее сюда, и получается 20 теней в этом году. Следующая категория – это помадки. Единственная моя жидкая помада, которая закончилась в этом году, это от Golden Rose Soft and Matte Cream Color. И это у нас в номере 110. Честно говоря, вот я даже уже вынула ограничитель, он совершенно пустой. Может быть, что-то еще осталось немножечко на стеночках. Я вообще не любитель жидких помад, но я хочу вам сказать на выход, очень хороший вариант, очень не сушила губы, как бы, да, такая более как вельветовая помада. Следующая помадка, которую я обнаружила в своей коллекции, девочки, вот так вот она выглядит, полностью использованная. Не знаю, может быть, кто-то может мне сказать, если кто-то найдется, кто мне ее подарил, огромное вам спасибо. Честно говоря, не могу вспомнить, откуда она у меня взялась. Следующая помадка, которую я добивала весь этот год, помадка от Clinique в номере 02 Sugar Bean Soft Shine. Использовала ее до самого-самого конца. Тут темно, не видно, так как она черная, такая темно-коричневая. Долго я над ней работала, но все-таки помадка, которую я использовала как домашнюю помадку, помада от Kix, название Prolane. Также, как вы видите, полностью до самого-самого конца все выковыриваю. Это для меня значит, что закончилась помада. Еще одна помада, которая у меня ушла как домашняя. Большое спасибо прекрасной Лене. Помадка от Vivien Sabo в номере 01 Merci. Также отлично ушла на ура. Кстати говоря, девочки, не могу дождаться заснять ролик и выбросить это все в мусор. Ничего хранить не буду. Помадка от YSL в номере 09. Была очень классная такая миниатюрочка. Я долгая-долгая добивашка от Christian Dior в номере 362. Также ее, как говорится, высковырила до самого конца. Благодаря вот этому бальзамчику от Vivien Sabo. Также помадка от Kika Ultra Glossy Stila в номере 803. Привезенная когда-то с Испании. Тоже использовала до конца. Использовала уже ее как домашнюю помаду, так как она на лето немного так, скажем так, растекается. И еще одна помада в виде карандаша от Essence в номере 03 Luminous Rosewood. Полностью-полностью законченная до конца. Даже невозможно сделать. Вот такой красивый был цвет. Итого у нас 9 полноразмерных помад, когда в прошлом году я закончила 6. В этом году, ура-ура, я закончила на 3 помады больше, но я хочу сказать это благодаря тому, что 3 из этих помады я использовала как домашние помады. А также у меня закончилось 2 от Кусантика. Первый от фирмы Эвелин. Постараюсь ставить вам картиночку. Очень такой красивый барбишный цвет. И вторая помадка, это помадка, оказывается, от Триумф. В этом году у меня закончилось всего 2 от Кусанта, когда в прошлом году у меня закончилось 11 от Кусантов. Вы себе представляете? Но в этом году у меня, конечно, был больше удар на полноразмерки и на пробнички. Пробничков, кстати говоря, у меня в этом году закончилось 20 штук. По сравнению с прошлым годом было всего 18. То есть на 2 штучки больше. Все эти пробнички у меня участвовали в проекте, поэтому просто хочу... Не буду называть номера, так вы можете посмотреть в моем проекте «Закончить». Только хочу сказать, что у меня было 1 пробничек от фирмы Avon, 4 пробничка от Oriflame, и все остальные пробнички, девочки, это от Faberlic, линейки Velvet Kiss, с линейки Hydra Lips и с линейки HD Color. И я честно вам хочу сказать, что я просто влюбилась
в эти помадки от HD Color, когда у меня сократятся мои помады, когда у меня будет возможность, да, поселить кого-то новенького в мою коллекцию, с удовольствием, наверное, прикуплю эти помадки HD Color, если, конечно, до тех пор не появится у меня какая-то новая любовь. Перехожу на последнюю, самую тяжелую категорию, как для меня, мне кажется, это миниатюры ароматов и пробников, так как у меня их здесь совсем немало, но сейчас мы сравним, когда было больше, в том году или в этом. Первый подарочек от Альмиры. Огромное тебе спасибо. Ароматики от Faberlic, Renata и Desirable. Кстати говоря, у меня был где-то третий ароматик, не знаю. Надо поискать его в своей коллекции. Следующая миниатюрка у меня от фирмы Bulgari. Вот такая вот название Omnia. Честно говоря, девочки, я его совершенно не поняла. Хотя мне многие в комментарии писали, что им очень нравятся эти ароматы. И что они просто в восторге от них. Как говорится, на вкус и цвет друга нет. Today, tomorrow, always. Также девочки присылали на подарок. Вот это вот оттуда невозможно, как говорится, достать. И, ну, разве что если сломать. Я хотела вам сначала показать. И от фирмы Guerlain. Стараюсь, конечно, все это выпшикать до самого-самого конца. Также у меня сохранилась картоночка от аромата Yves Duet. Там, где половинка голубая и половинка желтая. Мне, конечно, больше понравилась голубая половинка, но я где-то, девочки, еще видела, что была, по-моему, голубая и розовая, что ли, половинка. Вот этот аромат я бы с удовольствием попробовала. Также с таких вот картоночек, скажем так, пробничков у меня закончился Good Girl. Дальше Chanel Gabriela. Кстати говоря, моей подружке очень понравился этот Chanel Gabriela. Она его несколько раз покупала себе, ну, соответственно, и мне. Монталь Париж. Не могу вспомнить, что еще там было написано. Selmon Paris Eau de Parfum и YSL Couture. Следующим Bugatti. Кстати говоря, эти пробнички у меня уже были давно. Не помню, откуда все взялось. Chanel номер 5. Кстати говоря, что-то с Chanel, девочки, я не могу никак подружиться. И Aura Mugler. Вот этот такой, как зеленый камушек, был очень и очень вкусный. У нас, к сожалению, пробнички не прикупить, но за границей я очень часто прошу мою подружку Аленушку, и она покупает и присылает. Вот такие вот миниатюрочки от Avon и Faberlic. Огромное спасибо девочкам за подарочки. Faberlic Aromatic Lilac. Некоторых из них я уже пробую не первый раз. Коктейль Story Eau de de Toilette. Faberlic Valkyrie. Valkyrie, надеюсь, правильно говорю. Faberlic Lilac Ароматик Личи, Faberlic Ароматик Маск. Какая красота, у меня же, девочки, ностальгия. Avon Maxim Icon for Him. И вот это, наверное, Avon Maxim для нее. Вот также у меня здесь есть флайер. И я их попробовала оба для себя, что женскую, что мужскую версию. Я бы сказала, что женская это более дневной. И мужской это более вечерний аромат. Их, да, можно носить, в отличие от тех ароматиков, которые... Тоже название Максим, но в сером таком флакончике, который я недавно тестировала. Этот более носибельный и для женщин. Следующим поедем по отливантикам, которые мне подарила Лера Forever. Огромное тебе спасибо. Первый отливантик это в нашу от Beauty Care. Здесь был ароматик от Oriflame, такого голубого цвета. Многим он пахнет солью, но я его использовала на ура. Целых 10 вот таких вот ароматиков, отливантиков. От Леры Forever. К сожалению, этот без имени. Буду их класть, девочки, боюсь, они улетят. Вот у меня отпала бумажка от одного из ароматов. Честно говоря, старалась сохранить эти бумажки, чтобы вам потом рассказать. Нарцисса пудра. Следующий Lancome гипноз. Дальше Нарцисса Родригес Маск Нор. Опять же, извиняюсь, если я неправильно называю ароматы, половина из них на французском. Jade Icon Private. Кстати говоря, наши ароматики от Jade меня очень приятно удивили. Но Tom Ford Lost Cherry, моя любовь, меня Лера просто подсадила на этот аромат. Следующий Mugler Angel Muse. Следующим Poco Rabanne Olympia. Ручка моя взялась со мной. И Kenza Flower. Обалденные ароматы. Конечно, огромное спасибо Лере. Да, прикупить столько ароматиков
ну, понятное дело, полноразмерные флаконы, это нереально. 10 полноразмерных флаконов, а вот попробовать вот такие вот от Левантики, это, конечно, самое то. Следующая восьмерочка от Левантиков, также от Леры. Огромное спасибо. Девочки, в таком вот названии. Это, видимо, французский. Да, у меня была цель немножко подбить их. Вот этот аромат я вообще просто в диком восторге. Такая вкусняшка. Так как вот это имя отлетело, к сожалению. Так как хотелось, да, что легче держать на туалетном столике. Или 20 миниатюрочек, или 20 полноразмерок. Соответственно, миниатюрочки держать легче. И получается, что чаще пользуешься миниатюрочками, а полноразмерки стоят и, как говорится, простаивают. Поэтому моя была цель добить миниатюрочки. Это также очень вкусный аромат. Также вот такой вот красотень. Очень вкусненькие ароматики. Огромное тебе большое спасибо за возможность попробовать столько вкусняшек. Еще 6 пустышек, которые мне прислала моя подружка Аленушка с Украины. Огромное тебе спасибо также. Здесь у меня, по-моему, была молекула 9. Честно говоря, я не поняла ее. Она мне пахла базиликом. Или базиликом, как кто говорит. Так, это, по-моему, еще одна пустышечка от Леры. У меня было 2 одинаковых. Это Гермес. К сожалению, душки размазывают название. Опа, еще одна пустышечка от Леры. Видите, как? Не помню, какой это был аромат, но он был маслянистый. Это был просто кошмар. Она оставляла пятна на одежде, но вкус был очень классный. Ароматик Аллегория. И вот такая вот Эни Нишейн. Итого получилось 46 миниатюрочек, когда в том году было 65. Так как видите, пошло больше в ход большие ароматы, а маленькие стали. То есть это или то, или другое. То есть приходится выбирать. Итого мы видим наш список. Что в этом году у меня не закончилось ни одного консилера, ни одного хайлайтера. Вот, ну, а все остальные категории, конечно, изменились. Значит, я посчитала все свои пустышки года. И оказалось, что у меня закончилось 130 продуктов. И я уже для себя посмеялась, что это ровно же столько, сколько закончилось в прошлом году. 130 и 130. В том году у меня в проекте закончилось 46 продуктов, а в этом году 57. Итого, как говорится, да, было 84 продукта вне проекта, а в этом году 73 продукта вне проекта. В принципе, я вам хочу сказать, девочки, я очень и очень старалась заканчивать продукты, конечно, в основном с проекта, так как мы, да, взяла очень много. Но мне очень и очень смешно, что в том году и в этом году у меня закончилось одинаковое количество продуктов. Хотя в том году у меня больше закончилось миниатюрок, а в этом году больше полноразмерок. Но это очень интересные цифры. Я это все сохраню на следующий год. И посмотрим в конце 2023 года, сколько же пустышек у меня соберется за весь год. Но вы мне напишите, как вы считаете, это много, мало, нормально? Какие категории у вас больше заканчиваются, каких продуктов у вас больше, каких продуктов у вас меньше. С удовольствием почитаю ваши комментарии, на все отвечу. На этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.